Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Димет наконец объявила о своем решении после инцидента, вызвавшего всеобщее любопытство. Тот случай, о котором говорили уже много лет и тайну которого так и не удалось разгадать, произошедший в центре города, стал предметом пересудов повсюду. Пока люди гадали, повторится ли нечто подобное, ждали решения Димет. В тот день погода была пасмурной. Небо было затянуто серыми тучами, а ветер качал ветви деревьев. Димет стояла на крыльце своего старого каменного дома, глядя на горизонт. На его лице была глубокая мысль. Он плотно закрыл глаза и глубоко вздохнул, словно пытаясь подавить бурю, разразившуюся внутри него. Затем его вздрогнул внезапный скрип двери. У двери стояла ее лучшая подруга Айши. На лице Айши было одновременно беспокойство и любопытство. Глядя в глаза Димет, он сказал: «Димет, все ждут твоего решения. Что вы будете делать?» — спросил он. Димет молчала несколько секунд. Затем он начал решительно говорить: «Этот инцидент нарушил покой в городе. Это подорвало доверие людей друг к другу. Я не могу позволить этому случиться снова. Поэтому, что бы ни случилось, это больше не повторится». Когда Айши увидела решимость на лице Димет, она поняла, что больше нечего сказать. Решение Димет было окончательным и ясным. Горожане, возможно, не ожидали такого заявления, но понимали, насколько серьезно Димет. Что именно произошло, до сих пор было неизвестно. Каждый высказывал свои предположения и придумывал разные истории. Но с решением Димет тайна инцидента навсегда останется неразгаданной. Людям пришлось научиться с этим жить. Прошли дни, и город вернулся в свое прежнее состояние. Но хотя Димет заявила, что инцидент больше не повторится, любопытство и страх у людей не исчезли полностью. Факты о случившемся были похоронены вместе с Димет и остались тайной только в ее памяти. Об этом решении будут говорить в городе еще много лет, но никто так и не узнает, что именно произошло. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.